приехали откуда? С Мариуполя. Как вы смогли выехать? По Новороссии. Почему? А украинская армия не помогала? Украинская армия стреляла по людям. Прям дом. Я не хочу. Да. Вы рады, что вы выехали? Конечно, рады. Спасибо вам огромное. 26 числа не в подвале сидим. 26 числа. Сейчас еще я выехал. Кого-то душно уже мы. А? В подвале сидело 300 человек. Это в одном только доме. Почему вы раньше не выехали? А нас никто не выпускал оттуда. Не давали коридор. Украина не выпускала из города полностью. Все заблокированы были. Приезжали военные, говорят, ни в коем случае не выезжайте из города, если вам будет предоставлен коридор Российской Федерации. Они хотели дальше нами прикрываться и все. Мы стояли,